объясняю, зачем хромакей такой большой. На самом деле он не большой, а довольно маленький. Этот хромакей 3 на 3 метра. Если я стою вплотную к хромакею, то, как видите, возникает тень. А при ярком освещении на мне будут еще и зеленые блики. Поэтому я должна отойти от хромакея, а хромакей и заодно меня надо подсветить софтбоксами. Как видите, никакого небольшого в самый раз. А проще всего его повесить на карниз, как занавеску.